stand together. The Reapers won't stop at Earth. They'll destroy every organic being in the galaxy if we don't find a way to stop them. Go out there and give them hell. You were born to do this. Build alliances. Gather everything and everybody you can. Don't interfere with my plan, Shepard. I won't warn you again. Go to hell. Each of you needs to be willing to die. Anything less, and you're already dead. Shepard, we got Reaper signatures in orbit. Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зодия, на аппарате Mass Effect 3. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, давайте посмотрим, что за задание у нас есть. Так, у нас сейчас есть три задания. Приоритет, Иден Прайм. Почему приоритет? Приоритет, еще приоритет, еще приоритет. Это типа самое важное задание? Цербер обнаружил протанский артефакт на Иден Прайм. Высадитесь на планете и отбейте артефакт. Окей, сделаем. Лаборатория Цербера. Альянс нашел на святилище новую лабораторию Цербера. Обследуйте ее и нейтрализуйте потенциальную опасность. Окей. И приоритет Палавин, который, я считаю, нужно выполнить в первую очередь. Примарх Федориан от лица Турианской иерархии объявил военный сбор, что дает возможность Альянсу попросить о помощи в постройке Горна. Горн, как я понимаю, это... тот механизм, чертеж которого мы нашли, точнее Лиара нашла. К сожалению, Федориан попал в ловушку во время нападения жнецов на Палавин. Спасите Примарха со спутника Палавина. Окей, нам нужно на Палавин. Так, вот у нас спасти Турианского Примарха. И, кстати, вспомнил, действительно, нам ведь нужно защищать все вот эти места, которые жнецами атакованы. Поиск и спасение. Нормандия оснащена новым модернизированным импульсным сканером, который позволяет обнаруживать интересные места. Воспользуйтесь им для нахождения военных ресурсов, артефактов, разведданных и горючего во время нахождения в системе. Будьте при этом предельно осторожны, ведь каждый импульс сканера могут засечь жнецы, что приведет к их вторжению в систему. Вот как. Если жнецы вторгаются в систему, в которой вы сейчас находитесь, спасайтесь бегством и возвращайтесь в эту систему только после выполнения своего задания. А я правильно понимаю, что имеется в виду, если я залетел в систему, которая сейчас не атакована жнецами, то они могут ее атаковать, если я буду сканировать. Ведь эта система, в которой мы находимся сейчас, и так атакована жнецами. Сканировать... прямо здесь, из космоса, не нужно подлетать к планете для этого. Топливный склад. Что у нас на топливном складе? Так, только топливо. Зонды покупать не нужно. Так, понятно. А зачем сканировать, если нам и так сюда нужно? И так показывается, где находится этот Турианский Примарх. Ну давайте попробуем, посканируем. Что это нам дало? Может, нужно везде летать? Может быть, таким образом мы можем просканировать сразу несколько планет и на какой-нибудь из них найти что-то интересное. Ладно, разберемся, я думаю.
Крупнейшая из лун Палавина окружена завесой тайны с самого выхода турианцев в космос. Во время кроганских восстаний иерархия раззакрыла все данные о Минае и ее соседке Нанус, опасаясь, что кроганы могут использовать их как оружие, обрушив на поверхность Палавина. Так что там много-много текста, а я хочу пострелять. А, все засекречено. Ну окей. Так, выбор спутников. А менять внешность можно тоже. Вот это неплохо. Нет, мне больше нравится такое. Вау, что у него с лицом? Ужас какой-то. Ему больше вот такое подходит. Более что-то такое солдатское. Ладно, выбираем. Кстати, информация, что здесь способности, оружие, бонусная броня. А, видимо, каждая здесь броня тоже что-то дает. Ну ладно, урон от оружия плюс 25%, это неплохо. Кстати, здесь уже нет никакой лояльности, я смотрю. Урон от умений плюс 25, а ну-ка давайте посмотрим. Скорость восстановления умений плюс 25. Да, в принципе, одно и то же, так что берем в обычной броне. Ей больше подходит такая беленькая бронька. Так, раскладка оружия. Так, у меня мститель, да, отлично. Вес у нас нормальный пока что. Скорость восстановления умений плюс 23%. Хорошо. Так, у нас 4 очка есть. А я хотел что-то прокачать. Что там у нас вес еще снижает? Выносливость? Нет, что-то... Совершенство в бою, наверное. Давайте посмотрим. Так, либо повышает максимально разрешенный вес на 50 очков. Да, вот это классная штуковина. Стоимость 6 очков, нам не хватает. Ну вот это обязательно нужно. Потому что некоторое оружие бывает довольно тяжелое. Oh, no. No. Palavin. We have an old friend there. Holy hell. They're getting decimated. Strongest military in the galaxy, and the Reapers are obliterating it. Was it like this on Earth? Yes. Shepard. I'm so sorry. Yeah. Commander, the LZ's getting swarmed. James, open that hatch. Зачистить зону высадки.
Get in, get out. Let's move. Так, нет, надо двигаться, то есть все патроны сейчас просру. Так, там у нас лагерь, нам нужно туда, отлично. Что у нас здесь? У нас запчасти. Авось пригодятся. Найти старшего офицера. Открыто оружие М97 Гадюка. Так, давайте почитаем. Так, у нас Богомол сейчас, да? Так, Гадюка, она меньше весит, более вместительно, более скорострельно, но ниже урон, а меткость такая же. Урон ниже, нет, не надо нам. Пускай будет Богомол. Донесение. Знание ландшафта – наше единственное преимущество, но если они продолжат наступление, мы лишимся и его. Будем удерживать позиции так долго, как сможем. Свой передатчик подключу к системе мониторинга жизненных показателей взвода. Если сигнал прервется, высылайте новый отряд как можно скорее. Окей. Sir! General? Commander Shepard. Heard you were coming, but I didn't believe it. General Corinthus. I've come to get Primarch Fedori. Primarch Fedorian is dead. His shuttle was shot down an hour ago as it tried to leave the moon. Твою ж дивизию, что нам делать теперь? That's gonna complicate things. Я оскорблю вашей утрате. I'm sorry. I hear he was a good man. And a friend. He would have been an outstanding diplomat. So what happens now? The Turian hierarchy provides very clear lines of succession. Right. General Corinthus? With such heavy casualties, it's hard for me to be certain who the next Primarch is. Palavan Command will know. However, at the moment, contacting them is impossible. The comm tower is out. Husks are swarming that area. We can't get close enough to repair it. Я могу помочь. Don't worry, General. I'll get your tower operational. Thank you, Commander. I'll take care of things on this end. All right, let's go. Не успели мы, чтобы спасти Примарха. Let's go. Вау, ну тут красиво. Тут, смотрите, тут... Блин, классно. Да, в третьей части реально классно сделано. Мне нравится прямо. Так, улучшение. М27 Ятаган. На потом оставим. Так, нет, здесь я не спущусь. Нет, не туда. С хасками мы сейчас разберемся, я думаю. Ну, вон они прут уже. Так, ну на них спрятаться не нужно, они стрелять не могут. Кстати, дезинтегрирующие патроны.
О! И с той стороны тоже. Так, нет, надо отойти. А то в клещи возьмут. Вот эта башня? Да. Так, в принципе, я думал, она дальше будет. Так, там ничего нету интересного. Кстати, у нас вместимость побольше стала. Смотрите, 314 уже, плюс 30 патронов. Блин, а кто из вас лучше в технических умениях разбирается? В общем, я даже не в курсе, Лиара, ты как техник хоть что-нибудь смыслишь? Джеймс, Лиара, кто из них, я не знаю даже. Джеймс — это обычный солдафон, я так понимаю. Пускай Лиара, наверное, попытается починить. Лиара, see if you can repair it. I'll go up and have a look. If you can keep husks from climbing up behind me, I'd appreciate it. Here they come. Ready, Jane? Hell yeah! Let's take them! Шустрые твари! Молодец. Давай. General, do you read? The comm tower is now operational. Much appreciated, Commander. I'll contact Palavin Command. Let me know when you've got something. I'll help your men till I hear from you. Understood. Shepard out. Так, нам помогают, кстати, сверху. Я только сейчас обратил внимание. Так, а что мне нужно делать? Может, они бесконечно будут? Нет, нужно защищать. Возвращаемся, патронами запаслись. Так, это что здесь лежит такое? Поножи Ханакедар? Окей, возьмем. Они прислали нам зимнее снаряжение. Не знаю, для чего оно должно быть нам пригодиться, но могу только благодарить всех святых. Энергию, по крайней мере, теперь можно пустить на фильтрующее оборудование. Станет хотя бы посвободнее. Так, давайте еще посмотрим, может быть, здесь что-нибудь найдем. Наплечники новые и бронебойная модификация. Тоже пригодится, я думаю. Так, а вон там тоже что-то лежит. Что это у нас? Улучшение магазина. Got. As your partner said, succession is usually simple, but right now the hierarchy's in chaos. So many dead are MIA. I need someone. I don't care who, as long as they can get us the Turian resources we need. I'm on it, Shepard. We'll find you the Primarch.
Garrus. Garrus. Vicarian, sir. I didn't see you arrive. At ease, General. Good to see you again. I thought you'd be on Palavin. If we lose this moon, we lose Palavin. I'm the closest damn thing we have to an expert on Reaper forces, so I'm advising. James, this is Garrus Vicarian. He helped me stop the collectors. He's a hell of a soldier. Lieutenant, good to see you too, Liara. Good to see you in one piece, Garrus. General Corinthus filled me in. We know who we're after. Palavin Command tells me that the next Primarch is General Adrian Victus. Victus. His name's crossed my desk. Know him, Garrus? I was fighting alongside him this morning. Lifelong military. Gets results. Popular with his troops. Not so popular with military command. Has a reputation for playing loose with accepted strategy. От себя? А как именно? What do you mean? On Tatris, during the uprisings. His squad discovered a Salarian spy ring about the same time the Turian separatists did. Rather than neutralize the ring, he fell back. He even gave up valuable fortifications which the rebels took. Then the rebels attacked the Salarians, and when both groups had worn each other down, Victus moved back in. Didn't lose a man. Bold strategy, but wild behavior doesn't get you advanced up the meritocracy. Primarch Victus, that should be something to see. А ему можно доверять, как ты считаешь? You think he can get the job done? We both know conventional strategy won't beat the Reapers. Right now, he could be our best shot. And I trust him. Okay, let's get him on the shuttle and get out of here. Commander! Shepard, come in! Can this wait, Joker? We're in the middle of a war zone. We've got a situation on the Normandy, Commander. It's like she's possessed. Shutting down systems, powering up weapons. I can't find the source. I need the Normandy standing by. We may have to bug out. Should I go back and take a look? Do it. Garrus, you said you were with Victus this morning? Yeah, but we got separated. He went to bolster a flank that was breaking. Could be anywhere out there. We're trying to raise him, Commander. Incoming Harvester! Headed for the airfield! General, tell Primarch Victus we'll rendezvous here. In the meantime, let's go take care of whatever that thing dropped off. Coming, Garrus? Are you kidding? I'm right behind you. Отлично, Гарус снова с нами, это превосходно. Так, куда нам нужно идти? Туда? Аэродром. Защитить взлетное поле. Так, что-то я там подобрал, не успел даже посмотреть, что. Ну-ка, подпустим поближе. Что это за налетчики? Это тоже жнецы такие? Мелкие типа. Отлично, тогда время пособирать патроны.
Go ahead. Still trying to raise the Primarch, but we've got trouble back here at the main barricade. If the Reapers breach it, we're done. On my way. Так вот же ж он. Что было не похоже, что он с нами поговорить пытается. Так, баррикада. О, слушайте, нам что, придется с пушки пострелять? Вау, реально, Call of Duty. Кинематографичность, возможность стрелять с разных орудий стационарных. Так, оно здесь не перегревается, нет? Перегревается. Ой-ой-ой-ой. Не перегревается просто, и вот тоже нужно перезаряжать. Да что же техасские такие тупые, они что, не понимают, что им здесь не пройти попросту? Здесь орудие стоит прям перед ними. Они тупо насмерть бегут. Ой, еще здесь. Так, это уже гет какой-то. Или нет? Черт его знает, что это. Смесь бульдога с носорогом какая-то. Тварь. Действительно тварь. Так, уйдите, уйдите вы. Вы мне сейчас точно мешаете. Так, пробелы первая помощь, чтобы восстановить здоровье отряда. Нет, это не работает. Да уйдите, мне нужно разобраться с кнопкой, блин. Вот так, может быть. Да иди в баню! Иди в баню, сказал! Иди в баню, сказал! Где эта тварь делась? Вот, блин. What's the word on the Primarch? Still can't get a stable comlink. Okay, I'm going on foot. Shepard out. Garrus, take me to the last place you saw Victus. Куда тварь пропала? Ну ладно, видимо, сбежала, исчезла куда-то. How far? Should be pretty quick, unless we find trouble. Damn it. Look at Palavin. That blaze of orange. The big... That's where I was born. That's rough. Still have family there? My dad. A sister. How bad is it? 3 million lost the first day. 5 the second. How's your military holding up? Look around. That should give you some idea. You're putting up a good fight. For now. But how long did it take before the fight's kicked out? If they'd only listened to your warnings about the Reapers, we might have been ready. Maybe. Hard to figure how you prepare for something like this. Thank you.
back here. Shit, I hate those things. And New York is crawling with the creepy bastards? I never should have left Earth. It's gonna be bad all over. Leaving the fight just pisses me off. But you're here asking Victus to do the same thing. Leave the fight to make nice in some boardroom. This summit is the only chance we've got. None of us is beating the Reapers alone. Так, похоже, мы прибыли. Soldier, you okay? Yes, sir. We'll make it. Have you seen General Victus? Half hour ago, headed south. Okay, good luck. Yes, sir. Так, куда он пошел? На юг, говорят. А где здесь юг? Туда. Given us for the Genophage. Right. Turians sterilized them. Talarians came up with it. And the Krogan hate them both for it. So they won't be joining us. Too bad. I fought with the Krogan. They're tough sons of bitches. Могу это точно подтвердить. Так, как нам туда попасть? Ага, обойти можно здесь. Кроганы — это невероятно крепкие ребята. Если у нас получится заполучить в команду Крогана, может быть, Рекса снова или Грюнта, обязательно возьму его с собой. That sounds bad. Okay, double time. No Reapers taking this Primarch from me. Right behind you. Зачистить. Ой, черт. Каннибалы. Блин, гасит со всех сторон попросту. Еще одна тварь. Иди в баню. Черт, беги куда-нибудь. Черт. Плохо. Все плохо. Я себя в тупик, что ли, загнал? Да пролезь ты здесь, твою ж дивизию, Шепард, ты дурак. Да сдохни, что ли? Когда-нибудь сдохнешь, блин. Иди в баню! Да двигайся, Шепард, не стой на месте!
Да твою ж дивизию, он просто пробегает мимо, у нас снимается от этого здоровья. Сейчас разбиваются щиты. Фух, есть, есть, есть. Так, чтобы там ни было, я хочу найти патроны. Но не наблюдаю их нигде, к сожалению. Ага, вот. Улучшение. Что, еще одна тварь? Да вы шутите, блин. Две твари! Да вы что, издеваетесь? Ну нафиг, не хочу я с ними сражаться, пускай другие это делают, они слишком сложные. Нет, вообще по-нормальному, я просто залез бы куда-нибудь вот сюда, куда эта тварь не достанет, и все, я оттуда бы обстреливал ее. Но, блин, Шепард для этого слишком тупой. Ну да, он же космопех, что взять с космопеха? Космопех не додумается туда залезть куда-то. Блин, залезь ты. Кто там стреляет? Что-то они все тут такие живучие. Да присядь, присядь, говорю. Да не кувыркайся ты, а просто присядь, твою ж дивизию. Шепард, калека, блин, он не может присесть здесь. Тупо не может присесть. Твою ж. Дивизию. Да сдохни ты, у меня патроны закончатся. Опять тварь, иди в баню, иди еще одна. В баню, в баню, в баню идите, в баню идите. Идите в баню, пожалуйста. Черт, я не могу никуда сбежать. Мало было одной твари, теперь их две. Они же непобедимые практически. Кажется, я нашел подходящее место, чтобы с ними сражаться. Да неужели? Фух. Это было непросто. В основном из-за вот этих живущих тварей и кривости Шепарда. Да сдохни, блин. Твою ж дивизию. Слишком много здоровья. Как-то, блин, не знаю. Неестественно это. Он же должен быть насквозь продырявлен, а он все равно еще живой. Как-то это не знаю. Не нравится мне это. Ненатурально выглядит. Вот здесь вот ты сможешь присесть? Вот сейчас присел. По-моему, это тот же самый камешек, возле которого я пытался присесть 5 минут назад. Но ничего не получалось почему-то. Так, там что-то лежит. Черная звезда? Что это такое? Тяжелое оружие? Во-во-во! А, только один выстрел у нее есть. Понятно. То есть мы ее с собой не носим. Мы ее взяли, выстрелили, выкинули. Ху-ху-ху. Блин, зря я потратил. Ну ладно, буду знать на будущее. Так что ты пистолет взял-то?
Вот. General Victus. Yes? I'm Commander Shepard of the Normandy. Not Commander. I know who you are. I can't wait to find out what brings you out here. Vicarian, where did you go? Heavy Reaper unit on the right flank. I believe your exact words were, get that thing the hell off my men. Appreciate it. General, you're needed off planet. I've come to get you. It will take something beyond important for me to leave my men or my Turian brothers and sisters in their fight. Fodorian was killed. You're the new Primarch. You're needed immediately to chair a summit and represent your people in the fight against the Reapers. I'm Primarch of Palavin. Negotiating for the Turian hierarchy? Yes. I've spent my whole life in the military. I'm no diplomat. I hate diplomats. Ну, я думаю, вы отлично справитесь. War is your resume. At a time like this, we need leaders who've been through that hell. I like that. You're right. And honestly, uniting these races may take as much strength as facing the Reapers. See this devastation, Primarch? Double that for Earth. I need an alliance. I need the Turian fleet. Give me a moment to say goodbye to my men. Without him down here, there's a good chance we lose this move. Without him up there, there's a good chance we lose everything. Look at that. And they want my opinion on how to stop it? Failed CSEC officer, vigilante, and I'm their expert advisor? Think you can win this thing, Shepard? Yeah, I don't know, Garrus. But I'm sure as hell gonna give it my best shot. I'm damn sure nobody else can do it. For whatever it's worth, I'm with you. Welcome aboard. Are you ready, Primarch Victus? One thing. Commander, I appreciate your need for our fleets, but I can't spare them. Not while my world is burning. But if the pressure could be taken off Palavin... That's a pretty tall order. We need the Krogan. I can't see us winning this thing without them. Get them to help us, and then we can help you. The Krogan. Looks like your summit just got a lot more interesting. Кроганы. Это интересно. But, Madam Counsel, let me... I tried to smooth things over with the Salarian Dalatras. To say she's upset would be a monumental understatement. Some of these issues are hundreds of years old. Time to let go. Sad to say, but any effort to ally these disparate groups seems doomed to failure. And I'm sure you understand that we cannot afford to waste time with the Reapers knocking at our door. This must be my final word. I'm sorry, but the Asari will not be at your summit. Our alliance would be stronger with the Krogan. You need them. We all do. I wish you luck, Commander. Goodbye. Commander, Admiral Hackett's available on VidCom. Хакет хочет поговорить. А где у нас, я забыл, разговорное устройство? Здесь, по-моему, как раз, да? Ну да, в принципе, где мы с Азарией разговаривали. Commander, have you retrieved the Primarch for your summit? Yes, sir. But the Asari are staying on the sidelines. They'll regret that. The time for unity is now. The Salarians will be there, though. You don't sound very optimistic. We expect the Krogan will be joining us, too. I see. Well, then you've got your hands full, Commander. Was there something else you needed to discuss? На чем можно еще поболтать? Как там дела с землей? Have you pieced together how the Reapers hit Earth? It wasn't all that complicated, really. They surged through the relays and hit Arcturus station before we knew what was happening.
From there, it was a short jump to the Sol system. Earth didn't stand a chance. Да. А что по поводу этого протанского устройства? Has your analysis of the Prothean device turned up anything? The R appears to be right. It's a weapon of some sort. A big one. Beyond that, we really can't say, other than it's going to be a hell of a thing to try and build. И есть какой-то риск, я так понимаю. Do you think it's risky, building something like this when we don't even know what it does? To be honest, the thing scares the hell out of me. But the Reapers have forced our hand. 2 centuries ago, scientists faced the same problem in the Second World War. They weren't sure what the atomic bomb might do. Some thought it could even ignite Earth's atmosphere, but they did it anyway. Ну что ж, до встречи. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Так, где мы находимся? Вот то, что Нормандия опять изменилась, это не очень хорошо. Я к новой Нормандии еще не привык. Что происходит? What do you mean offline? I don't know, she's not responding, and I can't access the AI core diagnostics. You better get down to deck 3. Что он сказал? Блин. Comm systems are going haywire. Whatever's happening is centered on deck 3. На третью палубу нужно, окей. I'll check the AI core. Так, отсек ядра искусственного интеллекта. Видимо, это нам и нужно. Так, каюта экипажа, правая смотровая, женский туалет. Система жизнеобеспечения. Левая смотровая, где у нас? Мужской туалет. Ага. Вот у нас ядро. What's that sound? Fire extinguishers, commander. Could be an electrical fire or something. I'm going in. Что тут происходит-то? Edie, talk to me. Is there a particular topic you wish to discuss, Shepard? Suzy? Edie? Yes. You're in Dr. Eva's body. Not all of me, but I have control of it. It was not a seamless transition. Стоп, так а что это было? A transition? You blacked out on us for a while there. Correct. When we brought this unit on board, I began a background process to search for its information on the Prothean device. This eventually triggered a trap. A backup power source and CPU activated, and the unit attempted physical confrontation. Fortunately, I was able to gain root access and repurpose it as I saw fit. During this process, it struggled, thus the fire. Но я думаю, это слишком опасно. Edie. You need to alert us about incidents like this. You shouldn't have done this alone. Bringing the crew up to speed would have been counterproductive. All attempts to help would have been limited by reaction time. So if you're in there, are you still in the ship? I exist primarily within the ship. For optimal control, this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry is not suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. You mean you could come with us? Correct. This body could accompany you to areas the Normandy cannot reach. Любопытно, слушайте, она получила по сути тело. И теперь становится нашим еще одним напарником.
А что значит сначала проверь? Before we do that, I need you to guarantee this mech doesn't have any more surprises in it. Run whatever tests you can. Then we can talk about using it in combat situations. One moment. I am running trials. Complete. I can send you a full report if you wish. However, my first step should be restoring functionality to the Normandy to reassure the crew that all is normal. Just don't be surprised if the crew is a little wary of your new body. It was shooting at them a little while ago. An excellent point. I will take it to the bridge. Joker will also want to see it. Будет интересно это взглянуть. That we can agree. В прошлой части, как вы помните, вначале я Сузи не особо доверял, все-таки искусственный интеллект, который контролирует корабль, но в итоге под конец игры она показала, что она нам верна, то есть она полностью помогла спасти Нормандию, спасти Джокера во время нападения. Так что теперь я ей, в принципе, доверяю. Так, что нам нужно теперь? Давайте сходим все-таки, посмотрим, что там Джокер, как он отреагировал на это. А потом нужно будет еще с Лиарой пойти пообщаться. Что? Кто мне что говорил? Ага, вот она. Hey, Commander, check out my co-pilot. Ты знал об этом? So she installed herself into the new body without any help from you? Come on, Commander. Don't you trust me? Okay, let me put it this way. If I knew that Edie was going to install herself into a sexy robot body, do you honestly think I'd be able to keep quiet about it? Look at that! I would have baked a cake. I am right here, Jeff. Yes, you are, Edie. Yes, you are. А ты что скажешь теперь, после встречи с Джокером? Hello, Shepard. Still getting used to greeting people in person? No. I require only one occurrence to adapt to a new concept. How are you adjusting to the arms and legs? I am interested to see how this body performs under real combat conditions, if I could accompany you sometime. Without stress testing, there is no way of knowing if it has serious design oversights. At the moment, it appears adequate. That's not the word I'd use to describe you. Perhaps we should speak privately. I'll be over here, flying the ship. What's this about? Does Joker not like your new platform? No, he approves. He wants me on the bridge. He says having me within visual range is important to his morale. Shepard, do you believe your crew member should be allowed to disobey an order on moral grounds? Ну, я ожидаю разумного суждения. Absolutely. I have no use for team members who can't think for themselves. Why are you asking about something like that? I was designed by Cerberus. I do not take moral stances that conflict with orders from my executive officers. But when Jeff removed my AI shackles, I became capable of self-modifying my core programming. I asked Jeff if he thought I should change anything now that I can. He deflected the question with humor. And you didn't get an answer? Correct. He has repeated this pattern in response to several of my inquiries. Do you think I should make modifications? Я думаю, ты сама выбираешь свой путь. Only you can really answer that question. That's the point of free will. But moral decisions should not be made in a vacuum. If I do not ask the crew for their opinion, I could miss crucial context. May I ask you the questions Jeff avoids? When there is time, will you answer them for me? If you think it'll help, I'll do what I can. Very well. I will keep you informed. Ну что ж, любопытно, надо будет как-нибудь взять ее с собой, хотя бы разочек, просто посмотреть, как она будет вести себя в бою, ну, скажем так, провести тестирование. А может быть, это действительно нужно сделать на самом-то деле. Да, ну давайте почитаем. Так. Сообщение от Арии Телоак. Нужно встретиться. Шепард, нужно поговорить о важном деле. Только наедине. Я все организую. Пока давай встретимся на цитадели в Чистилище. Подходящее название.
Могу тебе помочь в твоей войне. Отлично, нужно будет встретиться с ней. Еще одно сообщение от Хакета. Капитан, на цитадели работает ученый Альянса, доктор Гаррет Брайсон. Нужно, чтобы вы встретились и поговорили с ним. Доктор Брайсон получил новую важную информацию о жнецах, которая может повлиять на ход войны. Я официально поручаю вам при первой же возможности помочь ему в работе. Пожалуйста, посетите лабораторию Брайсона на цитадели. Окей. Это правильный адрес? Шепард, я звонил и посылал письма, но ответа не дождался. Не знаю, дойдет ли это письмо. Узлы связи на Земле больше не работают. До меня дошел слух, что на цитадель прибыла Нормандия. Ты вообще жив? Я сейчас в больнице Гуэрта. Поступил сюда под именем Таннор Нуара. Прошу прощения за псевдоним и шифрованное письмо, но при моей профессии иначе нельзя, тем более, раз я не здоров. Нам нужно встретиться, прежде чем обстоятельства вновь нас разлучат. Тейн? Кстати, а Тейн, ты еще жив? Ты вроде говорил, что у тебя там болезнь, и ты год еще максимум проживешь. Окей, опять-таки он на цитадели. Уже 3 задания на цитадели у нас. Просьба о помощи. Капитан, меня зовут Йоднум Бау. Я из спецкорпуса тактической разведки. Хотя кое у кого остаются сомнения касательно ваших прошлых дел с Цербером, многие из нас в Спектр серьезно отнеслись к вашим предостережениям насчет жнецов. Я вышел на связь с вами потому, что располагаю информацией, которая может привести на сторону жнецов агентов со значительным весом в политике. Буду признателен, если вы найдете время встретиться со мной в посольстве Цитадели, не привлекая излишнего внимания. Искренне ваш Йоднум Бау. Гор Спектр. Что значит Гор? Еще один спектр. Отлично, 4-е задание на цитадели. От Эшли Уильямс. Капитан, не знаю, как и сказать. Удина хочет, чтобы я стала спектром. Знаю, что это безумие. Я небольшая поклонница Удины. Да, в принципе, как и все остальные, наверное. Но организовать назначение в спектр он реально может. Он настаивает на ответе. Но я не знаю, что ему сказать. Мне из постели-то еще рано выбираться, а тут такое. Я сказала ему, что подумаю над предложением. Если окажешься рядом с цитаделью, зайди в больницу, навести меня, а то я тут совсем рехнусь со скуки. Эшли. Окей, зайдем. Удина, он же засранец. Зачем он что-то хорошее пытается сделать? Да в принципе, хорошее ли? Зачем Эшли делать спектром? Возможно, если ее сделают спектром, ее смогут сразу же куда-то отправить, то есть отдать ей приказ куда-то отправляться. Может, этого хочет Удина? А так-то она сейчас просто лечится, лежит. Не знаю даже, что у него на уме. Но у нас целая куча заданий в цитадели, и, возможно, нужно именно ими заняться будет. Но в любом случае, это не сегодня. Давайте сначала мы сходим поговорим с Лиарой. Где она находится? На жилой палубе, по-моему. Черт его знает. А где был кабинет раньше? Миранды. По-моему, на жилой палубе, вот здесь. Да, теперь здесь кабинет Лиара. Что нового? What have you been up to since we last saw each other? Since you helped me defeat the Shadow Broker, I started looking for defenses against the Reapers. The Protheans were the only ones with substantial information on them. The older civilizations barely had records. I knew the elusive man was hunting for the same thing when our agents began crossing paths. Like on Mars? I thought I'd covered my tracks, but he had surveillance there all along. А как твоя жизнь, серого посредника? What's been happening with you as the broker, Liara? It's been exciting. The old broker's ship, impressive, but it was never meant to be space-worthy. Which meant the elusive man eventually tracked me down on Hagalaz. What happened? I knew he was coming. Ferran and I loaded as much of the ship's specialized hardware onto a shuttle as we could. We got away from Cerberus's ships after arranging an appropriate distraction. И как же ты сбежала? What kind of distraction? Sending the broker's ship exploding into a Cerberus cruiser. I don't think the elusive man expected me to give up my resources in such a spectacular fashion. Да, если честно, я тоже. Can you still operate as the broker without the ship? Well, I couldn't let the elusive man have it. I saved what was crucial. My network of agents is intact, although the Reapers have taken a toll on their numbers.
It's taking a while to re-establish contact. Кстати, а как там Ферон? So where is Ferron if you two escaped? He convinced me he was recovered enough to work, and I do need more agents. Agent Ferron didn't report any injuries during his last call to you, Doctor. True. Given what he survived, I should probably worry less. Ну окей тогда, но увидимся позже. We'll talk later, Liara. Of course. Кстати, здесь же, по-моему, улучшения можно купить какие-то. Так, Б-запас... разведка. Черт его знает, как это работает, в общем, наплевать. Я не знаю. Так, где там наш лифт? В любом случае, ребята, на сегодня это все. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.